Мужские джинсы 14 килограмм весит данный мешок, категория экстра. Первым у нас идут джинсы марки Adidas. Так, следов износа на штанинах я не вижу. Здесь тоже так же все отлично. Следующие джинсы, размер давайте посмотрим. Также 34 размер указан, ширина указана 32. Так, следов износа на штанинах нет. Пятен также я не наблюдаю. 38, 34 размер здесь указан. Также без следов износа на штанинах. Еще одни джинсы. Здесь у нас размер. 34-34. То есть ширина и внутренняя строчка указывается обычно. Также без следов износа. Так, опять же, джинсы. Вот размер приходится так немножко отгибать, смотреть, потому что в разных джинсах они по-разному находятся на самом деле. 34-34 также. Это у нас ширина и длина внутренней строчки. Так, марка H&M. Посмотрим давайте. Штанины без следов износа. Размер здесь указан 34-32. Так, 34-32. Опять же, джинсы уже более темные. Кстати, эти джинсы поплотнее будут. Не знаю, так и должно ли быть или нет. Вот здесь вот не потертость небольшая в одном интересном месте. Так, штанины у нас без следов износа. Это радует. Еще одни джинсы. Здесь, к сожалению, указания размера нету. Но подозреваю, что ширина не сильно отличается насчет длины. Конечно, тут надо измерять. Так, вот здесь вот, я не знаю, должно ли это быть так. Это немного содрано или еще что. Где-то стяжка. А может быть, стиль такой. На самом деле, никаких рваных следов здесь нету. 36-32. Тоже джинсы. Следов износа на штанинах я не вижу. У нас стилизация такая идет. Марка Slim. Или узкие, зауженные немножко джинсы. 50-й размер указан. Вроде как. Следов износа на штанинах я не вижу. Рваных мест тоже не наблюдаю. Так. Так, 32-32. 32 размер, марка S. Oliver. Следов износа на штанинах нет. Потертостей тоже нет. Так, 32-34. Тоже прямые, очень плотные джинсы. Так, следов износа нету. 36-32, марка C&D. Вот тут крупным шрифтом указано. Так, давайте посмотрим. Тоже без рваных мест и износа на штанине. Следующий у нас 34-32. Так, здесь у нас также все отлично. Без износа. 32-32 указан у следующего джинса. Тоже без следов износа. Марка, как это называется, Hero. Марка Brax. Здесь у нас 40-30 что-то. Много информации. Не вся она нам нужна. 30-40. Указан размер вроде как. Следов износа нет. Еще одни джинсы. Здесь у нас указаний, к сожалению, размера нету. Достаточно широкий, хочу заметить. Также без следов износа. Оп. У нас новые джинсы попались тут с этикеткой. Джонг 46 называется данная фирма. А вот размер 46, как ни странно. Тут уже у нас стилизация идет. Не сказать, что здесь рваности нету, но они здесь, видимо, сделаны нарочно. Так, 30 размер. Это у нас следующие джинсы. Тоже достаточно плотные, без следов износа. И последние джинсы, которые у нас идут в этом мешке, марка S. Oliver. А размер давайте посмотрим. Slim, так. Что-то нету. Да, ну не повезло нам с размером. Давайте посмотрим на состояние штанин. Вот здесь вот хотелось бы заметить, есть небольшие какие-то потертости. Может быть, это, конечно, изначально так планировалось, но, честно говоря, сомневаюсь. И на этом все.